И белый у меня там. Ну-ка, с той стороны крикни там белый, чтобы он показал. Белый. Туда, с той стороны там и кричи туда, чтобы он. Белый. Нет. Пойдем. Не будет. Вот там кричи вот там в дырку, там пошевели поленьями. Он сиганет. Вот он. Белый. Какое расстояние большое. Давай, зови. Белый. Кликай его. Вот так. Я портяночку ему положил, чтобы не скользнул. Белый. Вон он где. Его надо угостить, а то он так бегать не будет. Так угостить надо, конечно. Дай-ка рыбку там достань маленько, сухого гальянщика. О, какой есть. О, белый. Идем, на, посмотри, скорее, бери, перехвати. На его, найди, где он идет. Ну-ка, иди. Вон он как, пошел. Это большой карась, я маленько возьму себе, а. Гальян. Или карась ли это? Он играет. Да играешься, оно тебя отберет его. Мать-то. Давай, слазь. У любого изо рта вытащит. Вон, видишь, как хорошо ест. Ох, и нехорошее это, а. Я сам у него отобрал маленько. Это пришла сюда. Дядя Володя там запретил кормить. Иди сюда. Давай, о, держи. На. Ну, бери. А он бабушка. Рыжая где? Рыжая, иди сюда. Рыжая, иди скорее. Рыжая. Ну, иди. На. Пошла. Так. О, прискакал уже. Прискакал. Рыжая, скорее иди. Сегодня суббота, ради субботнего дня. Вот она, пошла по фляге. Давай, рыжая, держи. Рыжая, на. Ой, интеллигентная, как берет она. Бери. Ну, тебе на еще, ты молодой, расти надо тебе, держи. Вот гальян. Прямо такой, какой есть. Замечательно. Ну, сегодня хлеб принесли. Видишь, какой. Разрезали, он сушится. Картошка. Вот говорят, маленькая. Вот она какая маленькая, смотри. Вот она какая. Ну какая-то картошка-то, ну. В одной руке сколько помещается, как орехи маленькие. А мы ее едим. О! Это с хлеба крошки. Из-под хлеба, да. Крошки. Сюда. Вот смотри, спрашивают как. Как мы живем и не сердимся ни на кого. Володя вот картошку, это сказать, морковку почистил, а я ее тру. Что у нас? Тыква. Готовимся обедать. Вот смотри, во что это обойдется, я не знаю. Что у нас тут? Ну ладно, вот это. Там второй листик туда. Вот побежал за ведрами, а на улице колонка застыла, воды нету, надо экономно. Это что у нас тут? Ну-ка давай посмотрим.
Татьяна Кузьминична дала. Татьяна Кузьминична, ты туда ходишь, моешься. Да. А-а-а. Это свежемороженые ягоды. Сибирская ягода. Ой, я... Перечисли, что тут такое? Вот это красное, что такое? Это, видимо, смородина красная. Смородина красная. Это облепиха. Да. Это крыжовник. Крыжовник. Еще черненькая вон смородина, видимо. Вон смородина. А вот смотри, тыква напарили. А это у нас? Из яблок. Я из яблок, Володя, сделал. Варенье. Да. Вот. Чеснок, лук, сваренный компот. Компот. А это у нас специально лекарство. Вот надо посмотреть, какое лекарство. Это мы дорогой ездили, с нами была собака Ураган. Но собака есть собака. Поэтому тут в нескольких мешочках тут написано что-то. Тыквенное семя, перемолотое на мясорубке. Лекарство от глистов собак и людям. Вот оно здесь у нас и есть. Вот сейчас я посмотрю, что тут есть. Ага. Тут у вас еще отдельно семечки. Отдельно семечки, и там, видимо, вон, видишь, труху перемолотую. Угу. И никто не заболел. Вот оно. Отдельно, да? Да. А, вот он где собачок-то лежит какой. И это, и семечки тоже. Ну, можно их изъять уже теперь. Это я ездил, они проехали с нами по всей стране. Ну, там же, вон, видишь, труха это мелконько-то тоже насыпано. Угу. Это лучше никакой химии. И каждое утро мы... Вот у Володи еще здесь написано. Это что? Вот эти вот. Мандарины. Посмотри, какой у нас бедный завтрак был и обед. Бедный? Да еще и суп сваренный. А, ну тут такое. Больше ничего нету, да? Это там такое же. Это разогрето, а там нет. А, вот в чем дело. Вернее, она сюда уже остыла. Тут. И вот и считай. У человека, у которого так я не вижу, а вот у которого я еще не дочистил, мне еще надо. Ну. Вот видишь, как у нас распределено. Володя ее чистит, а я тру. Еще раз показать, чтобы знали, как. Вот крошки есть от хлеба. Сейчас размочу туда. Посчитай, ничего вроде бы нету. И плюс это рыба. Рыба. Летом, когда я ловил, говорили, ой, вы куда эту такую мелочь берете, а ее больше нету другой. Вот она. И она превратилась он прямо в труху. Вот она, видишь, какая. Я что делаю? Кошек кормлю. Вот как делаю. Сейчас я покажу. Вот смотри. Это тоже интересно. Кошка должна иметь полноценный витаминный завтрак-обед. Я вот так вот кладу. Моя ложка всегда здесь закрыта. Вот, теперь что? Тут лежит облепиха и тыква. Так, это надо было туда положить, ладно. Вот теперь смотри, что я делаю. Беру тыква пареная в духовке. Вон там духовка открыта. Вот, я вот теперь так вот лепешечкой делаю. А теперь беру вот эту гальянью мелочь. Она такая, ну, как нюхательный табак. Я вот так вот размочу. Мне надо скормить им тыкву. Теперь снова наворачиваю сюда. Закрываю. Ну, как это делают пироги. Вот так. Вот маленечко я ему сейчас. Он уже сидит, знает, что-то там будет. Ждут. Вот смотри. Гальянчик маленький. В русской печи. В русской. Володя ее там прожарил, посолили. Маленько она вкусная для аппетита. О, все. Так, ну-ка давайте за обед, ну-ка. О! Смотри, как, с каким удовольствием едят они. Так, давай, рыжая, не черемонься. Вот оно что. Он отталкивает, он их не боится.
Это в одном месте это маловато. Надо пошире сделать. Сейчас сделаем. Я потом руки помою. Так, подождите. Давайте сейчас мы... Подожди. О, на, отдельно ешь. А теперь этим двоим отдельно. Во, держи. Бери, рыжая, бери, ешь. А ты там. Все. Пошел руки мыть. И вот смотри, как будто бы скудно у нас, а на самом деле и яблоки еще. Смотри, какие яблоки большие. Яблоки. Еще не знают, как они нам достались, яблоки. Тыква своя. Лук свой. Все остальное здесь. Картошечка есть. Скорее начинаем натирать. Эту картошку сюда положить. Потом вот так по горизонтали, вот так вот раз, а потом вот так вот, чтобы они очистились. И опять. То так, вот так вот раз, а потом вот так. И потом в течение 5 минут надо съесть. А почему? Ну, каротин. Я просчитал, я в это поверил. Тут там химии нигде нету. Вот муку я отдаю сестре, и яблоки тоже по дешевке. Вырезал там, где маленько гниловатое, и тоже, можно сказать, без копейки. И вот у меня пенсия сейчас со всеми накладками 7141 рубль 33 копейки. Даже ни один депутат не проживет на такой минимум. Когда об этом не думаешь, Бог так делает, что и хватает, говорит, и остается не в той армии, как, да, товарищ генерал, хватает, а что даже остается, а куда остатки деваете, да мы их съедаем, даже не хватает. Вот так у нас. А тут два термоса с чаем, вот термос какой, вот я покажу термос, вот этот вот. У него нет пробки. Я туда загнал целлофановый мешочек. Загнал, а тут бумага, чтобы она придавила ее. Пробка-то какая? Ну, она вот она, никакая. А там, однако, целлофан. А здесь закрутила, она стоит целый день теплая. Есть такая поговорка, голь на выдумку хитра. Но я считаю, что вот на 22 декабря 2018 года мы не умерли. Притом... У нас ничего не болит, переедания нету. Благословен Господь. Люди жалуются там на какие-то болячки, все. Мы никогда не жалуемся. А почему? Пища вся здоровая. И вот садимся за стол. Ну, когда покрупнее маленько, вот такая картошка. Каждому 3 штуки минимум. А надо больше берем, но не меньше. Раз мы сварили, она должна быть съеденная. А крупную мы можем где-то чистить, кому-то отдать. Кто нуждается. Другому давать вот такое трудно. Вижу, что недоволен. Я вот привык тереть. Мне это очень нравится. Благословен Господь. Ну, все. Компот сваренный. Удивительно. Да, наелись. О, подметает под ноль почти. Давай теперь другой морковку.